Привет, привет, мои хорошие. Я только из ванной. Какой это кайф, когда все дома спят. Спокойно искупаться. Дети спят, муж спит. Я одна во всей квартире. Так, скрою уши, а то я сама себя не слышу. Что хотела сказать? У меня был вопрос, я его заскриншотила. Задавала, по-моему, Юлия Костенко, если не ошибаюсь. Я сейчас весь текст не смогу пересказать, но смысл был такой, что якобы я так прекрасно выгляжу. Спасибо огромное, Юлия. Что Юле кажется, что я очень много времени трачу на то, чтобы приводить себя в порядок. Макияж, прическа, шопинг, одежда, подбор и так далее. Она интересуется, сколько времени в день и, соответственно, в неделю я трачу вот на свой внешний вид. Какие у меня вот ритуалы ухода за собой. Вот такой был текст. Что сказать? Трачу я совсем немного времени, чтобы ухаживать за собой. Честно, совсем немного. Так кажется, что очень много времени уходит. Я не из тех женщин, которая 3 часа собирается на выход. Я могу собраться за 5 минут. Почему? Потому что я всегда дома хожу уже с уложенными волосами. Мне единственное, в крайнем случае, нужно бывает расчесаться. Так, волосы уложены, на укладку волос мне не нужно время. Макияж. Я могу выйти с минимум макияжем, потому что мой огромный плюс – это моя кожа, которая, ну, выглядит ухоженной. У меня не бывает всяких неровностей и так далее. Поэтому я могу выйти с минимум макияжем, приподнять реснички, сделать вот здесь вот тон, и то могу не сделать, нанести помаду и бегом. Все, на этом у меня уйдет 3-4 минуты, ну 5, скажем, все. Вообще макияж я могу сделать и за 10 минут, нормальный макияж. Так, 10 минут. Во время того, как я наношу макияж, я уже в голове продумываю, что я надену на себя. В основном это вот верхняя часть, что на мне будет, я уже продумываю, я уже знаю, что я надену. Это сейчас. А раньше, когда вот я вечером ложилась спать, я знала, что мне завтра выходить, я уже заранее знала, что я завтра надену, чтобы в попыхах не бегать, не искать. Вот. Сейчас же, так как у меня дети, получается, что мне как-то не до того думать, что я завтра надену. Вот пока я наношу макияж, я думаю, что надеть. Верхнюю часть я уже придумала, быстро надела эту верхнюю часть, и ты уже соображаешь, что под эту верхнюю часть подойдет. Ты ведь знаешь свой гардероб. По цветовой гамме, ну вообще просто. Сейчас вообще такое время, это раньше надо было сочетать этот цвет только с этим цветом. Ты что, нельзя было. Сумочка и туфельки должны были быть именно одного цвета. А сейчас такое время, полет фантазии. Ты можешь сочетать любой цвет с любым практически. Даже несочетаемые цвета, вот яркие, они будут сочетаться почему-то вот так вот. Чем больше ты напялишь на себя яркого, тем ты выглядишь более современным. Но я стараюсь много яркого на себя не цеплять. Я как-то стараюсь сочетать цвета все-таки, которые именно сочетаются друг с другом, не бросаются в глаза. Ну, не знаю, мне так кажется, что все-таки цвета сочетать у меня получается. Кто-то у меня спрашивал, где-то я училась этому или нет. Честно, смешно. Нет, конечно, я не училась этому. Я такой же человек, как и все вы. Я просто мысленно представляю себя в какой-то вещи. Так, вот этот свитерок, например, подойдет вот с такими вот брючками, с такой-то юбочкой. Вот как-то так вот. И я не знаю. Поэтому у меня, чтобы собраться на выход, уходит максимум 15 минут. Это, ну, 15 минут мне хватит вот так вот, чтобы я выглядела вот как именно на выход. Не просто прогуляться, а именно на выход. Вот. Но это потому, что, вот я же говорю, два огромных плюса. Всегда у меня укладка и с кожей нет проблем. Укладка моя. Вот я помыла волосы, например. Я оставлю их естественным способом высушиться. Я в последнее время стараюсь оставлять феном не сушу. Фен у меня есть. Оставляю естественным способом высушиться.
утром я встану и буквально за 5-10 минут я уложу волосы, смотря какую укладку я хочу. Если я завтра захочу ровные волосы, я сделаю утюжку за 5-8 минут. Если захочу волны, ну, на это у меня уйдет минут 20, конечно же. Если немножко завитые волосы, это где-то 15 минут, 10-15 минут. Поэтому у меня на укладку много времени тоже не уходит. Укладка у меня держится от мытья до мытья. Вот я уложила волосы, в следующий раз, пока я, вот, я не помою, у меня будет держаться эта укладка. Так, секунду, я водички попью, после бани очень хочется водички. Вот. Что еще? Каждодневные мои ритуалы. Что я делаю каждый день? Утром проснулась. Раньше всегда, как только проснулась, умыться, нанести утренний уход. Сейчас, смотря в каком состоянии проснулись мои дети, точнее, с каким настроением проснулись мои дети, если я вижу, что мои детки чуть-чуть подождут, я умоюсь, быстренько нанесу крем. Нет, если я вижу, что детки голодные, не хотят жить, конечно, я сперва займусь с детьми, потом уже умоюсь и нанесу утренний уход обязательно. И ночной уход тоже обязательно. Хоть я не наносила макияж на лицо, я все равно вечером почищу лицо от пыли, от всего, что там за целый день было, и нанесу вечерний уход. Это крем для глаз и для лица, и шею тоже помажу тем же кремом, который мажу на лицо. Вот. Вот это мой уход. Ногти. Ногти тоже я привожу в порядок по мере того, как они там зарастают. Вот видите, например, да? В последнее время я стараюсь наносить такие нюдовые оттенки. Они, когда слезают, слазят по краям, не сильно бросаются в глаза. И как-то пальцы выглядят ухоженными. Мне не так часто приходится менять лак. Вот. Где-то раз в неделю я корректирую свои ногти. Лак где-то 2-3 раза в неделю меняю. Но это тоже я выбираю лаки, которые сохнут моментально. Вот эти лаки, которые я наношу, они сохнут за 2-3 минуты. За ногтями, чтобы раз в неделю приводить их в порядок, тоже мне нужно 10-15 минут, потому что я не забрасываю это дело надолго. Понимаете, когда вы постоянно ухаживаете, вам не нужно бывает много времени. Это то же самое, как уход за домом. Если вы постоянно поддерживаете чистоту, у вас на генеральную уборку не уходит много времени. Как-то так. Все вот это вот как бы ежедневный ритуал утром 5 минут на то, чтобы нанести крем. Ну и масочки я наношу обязательно где-то в неделю 2 раза, когда посчастливится, сейчас 3-4 раза, но в неделю 2 раза точно масочки на лицо, но это тоже 10-15 минут. Ну вот и считайте, много ли времени я трачу на уход за собой. Прислушиваюсь. Секунду проверю. Вы знаете, материнский инстинкт — это все-таки такое чувство. Я не знаю просто, откуда он берется. Вот я прислушивалась, никаких звуков не было. Но я пошла проверила, и сынуля, оказывается, проснулся и ныл, представляете? Хорошо, я вовремя прибежала. Если бы я вовремя не прибежала, по-моему, начал бы плакать и распутил бы дочек тоже. Попил водички и заново уснул. Вот, на чем я остановилась? На том, что много времени я не трачу на уход за собой, но... Девочки, я ухаживаю за собой с молодых лет, с тех пор, как мне было куда 23-24, это постоянно утренний и вечерний уход. До 23-24 тоже, конечно же, я ухаживала, но не так, не на постоянной основе. А вот после 23-24, это уже я сколько себя помню, на постоянной основе я за собой ухаживаю. Поэтому, если вы хотите выглядеть хорошо в возрасте. Вот у меня, например, 40. Через пару лет, месяцев мне 40. Если вы хотите выглядеть хорошо в возрасте, чтобы вы сами себе нравились, ухаживайте за своей кожей
С молодых лет обязательно. И постоянно у меня, знаете, постоянно руки нуждаются в креме. Я постоянно наношу крем для рук тоже. Может быть, это тоже способствует тому, что руки выглядят более ухоженными. Вот так вот. Ну и все-таки, наверное, я не буду лукавить, гены тоже имеют важную роль, играют в этом. У меня хорошие гены, мне грех на это жаловаться. Вообще язык не может повернуться, мне жаловаться на свои гены. У меня хорошая кожа всегда была, машаллах, хвала Всевышнему, спасибо ему за это. Хамдулля, благодарю, конечно же. Вот, всегда была хорошая кожа, никогда у меня не было никаких проблем с кожей, ничего я никогда не колола в свою кожу, и пока это делать не собираюсь, никаким косметологом я не ходила и не хожу, сама себе косметологи, вот, так что кожа все-таки имеет огромную роль в этом деле, играет, точнее, чуть ли я прицепилась к этому слову, имеет. И то, что, наверное, я ухаживаю за собой с молодых лет. Вот это вот два основных. И то, что вы будете, например, сегодня намазали кремик, а завтра нет. Ой, я так устала сегодня. Давай сегодня я пропущу. Не пойдет. Если вы хотите иметь хорошую кожу в возрасте, ухаживаем на постоянной основе, а не так. Ой, сегодня мне так не хочется, так я хочу поспать. Или ой, сегодня не буду я снимать макияж с глаз. Ничего страшного, что утром я проснусь как панда. Так нельзя делать. Никогда в жизни, например, я не ложилась спать с макияжем на лице. Никогда в жизни. И вам этого делать не советую. Кожа должна ваша отдыхать. Вообще старайтесь, когда вы пришли с улицы, домой макияж снимать, чтобы кожа ваша отдохнула. Ой, сейчас мне скажут, ой, а сама ты даже дома красишься. Да, я крашусь даже дома, но это не значит, что я в 8 утра вскочила, нанесла макияж, а потом в 2 часа ночи его сняла. Нет, я могу в 2, в 3 часа дня его нанести и где-то к вечеру его снять. Так что у меня очень долго времени макияж на лице не бывает. И когда я бываю дома, я тоналку, ну, практически не наношу. Кожа у меня, можно сказать, дышит, как я себя оправдываю. Но каждый человек, наверное, знает, что ему подходит, что не подходит. Поэтому давать какие-то советы никому я не хочу. Я просто рассказала то, как делаю я. Но один совет все равно я даю. Ухаживать за собой нужно с молодых лет и на постоянной основе. Вот. А я поем пару клубник и на боковую. Кстати, мне там писали, что я детям не давала клубнику, что от нее бывает очень сильная аллергия. Дочери я не рискну давать. Сыну дала попробовать, ничего у него не было. Просто попробовать дала, посмотреть, понравится ему вкус или нет. Он так восторга у него не вызвал, эта клубничка, хотя она была сладкая. Ничего не было. Дальше давать я ему не собираюсь. Не нужна ему пока клубника. Подрастет, поест. Ладно, всем мои хорошие, спокойной ночи. Что это у меня за полотенце я бросила вон там, вот когда бежала к детям. Всем спокойной ночи. Желаю, у кого ночь, у кого утро, доброго утра, хорошего вам дня. А я пойду спать. Вон у меня уже глазки слипаются.